Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Смертельный пожар произошел в Житковичском районе сегодня в 3 часа ночи. Когда спасатели прибыли на место, деревянный дом горел открытым пламенем. На кровати работники МЧС обнаружили тело хозяина без признаков жизни. Огонь уничтожил кровлю дома и повредил имущество. Основная версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Пробыл на свободе 5 дней и взялся за старое. В Житковичах оперуполномоченные уголовного розыска поймали дачного вора. Капитаны милиции Юрий Молочко и Александр Некрашевич остановили волну краж в товариществе «Скрипица». Первое сообщение поступило 7 декабря. Преступник разбивал окна и выносил ценности, которые первыми попадались под руку. В результате оперативных действий выяснилось, что нарушитель – 23-летний житель деревни Записочье. Он сознался в преступлениях и выдал похищенное у мужчины 8 судимостей. 2 декабря он освободился из исправительного учреждения. Сотрудники отдела внутренних дел администрации Центрального района Гомеля проводят проверку по факту хищения велосипеда. Неизвестный угнал его 8 декабря примерно в 13:25 вблизи дома номер 2 по улице Пролетарской. Если вы узнали человека на этих снимках, правоохранители просят сообщить по телефонам, которые вы видите на экране. Пограничная группа информирует о том, что под Гомелем пройдут боевые стрельбы. Тренироваться сотрудники будут в декабре с 16 по 20 и 23 числа в районе населенных пунктов Якимовка, Чижовка и Борщевка. В целях исключения несчастных случаев рекомендуется не приближаться к стрельбищу и не заходить за рубеж, обозначенный указателями на местности. Следователь по особо важным делам Управления Следственного комитета по Гомельской области Виктор Пикус ликвидировал возгорание в детской поликлинике. В субботу он привез на прием к врачу свою 3-летнюю дочь. Во время ожидания мужчина услышал, что женщина-медработник просит вызвать МЧС в связи с начавшимся пожаром. Сотрудник Следственного комитета решил разведать обстановку и на втором этаже в задымленном коридоре обнаружил возгорание потолочного покрытия. Следователь справился с пожаром при помощи огнетушителя до приезда спасателей. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. До свидания.